не стал себя долго ждать и вас задерживать, ребята. Поэтому поменял сразу рессоры, как и обещал, на доширак. Да, вот так они смотрятся. Да, скажу, немножко хуже смотрится, чем металл. То есть с металла мосты вот так смотрятся. Они даже красиво лежат. Возможно, покрашу их и потом для диорамы пойдут. Колеса, может, оставлю. Но не в этом суть. Это все покрасится, возможно, какие-то неровности уберутся. Как начала ходить? То есть, во, все очень мягко. Уди, тут сюда нажимаю, ходит. Видно, там рессор вот гнется, да? Заметно. И здесь рессор гнется. Показываю в замедленном видео. Ладно, пошутил. Смотрим на передок. Вот. Перед мне вообще нравится. То есть рессор сминается прям вот так садится прицеп. То есть очень мягко. Даже чем-то похоже, ребята, на вот эти машины, которые ездят на машинке, модельки электрические. У них подвеска такая проработанная. Мне кажется, у них вот такая там система. Чё, Андрею респектую. Вообще удачно получилось, поменял. Рад, но есть минус, то есть сзади пластик немножко коряво получился. То есть спереди он выглядит намного лучше. Почему? Потому что уровень крепежей под рессор один, а здесь уровень немножко другой, поэтому зад немножко жестче. Возможно, так инженера задумывали. О, даже вот так вот поднимается очень легко. Вот. Ну, чтобы вам дать понять, давайте попробуем КамАЗ на него загрузить. То есть, сейчас если КамАЗ продает, то... Вот, даже передок садится, смотрите. Это я не давлю без усилия. Вот, то есть, поднимаю и поднимается. Вот, КамАЗ. Давайте что-нибудь еще попробуем. Пачку соды. О, руки убрал. Проседает, понимаю. То есть, если вы нагрузите на этот прицеп пачку соды, у него будет приблизительно все вот так. Вот. Сейчас смотрите, наезжая на препятствие сзади. Поднимается колесо. Ну, не рама. Не рама тоже поднимается. Мне кажется, надо что-то подложить сюда, под переднее колесо. Пробуем. Эксперимент. Темновато, конечно. Вот, смотрите, еще рессор выше поднялось. Хоп, опустилось. Хоп, сыграло. Так что, место быть имеет. Преодолевание препятствий на 5. Мне кажется, некоторым людям нужно было идти просто в инженеры. Да, есть минус, ребята, вот. Пока вот еще не придумал, как. Видите, да, рессорина вылетает. Может приклеить ее. Но мне кажется, она потом будет жесткость свою потеряет вот эту. И с этой стороны вылетает тоже. Вернее, не жесткость, а мягкость потеряет. Приобретет жесткость. Как и говорил, я приклеил последний рессоре. Вот. Видно балку, да? Вот. Мне кажется, надо капнуть чутка. Чутка вот прямо вот туда вот. Вовнутрь вот сюда. Прямо к клеюшку. Немножко, немножко. Прямо вот в эти в резиночки. И будет нормально все. Ну а так, что, нормально? Нормально рессоры получились. Мне нравится. Очень мягкие получились. Именно вот для такой модели вот прям самое то. И зад ходит уже мягче. Мягче, чем железка. А перед вообще мягко ходит. Очень мягко. Наверное, в раза три мягче, чем зад.
Прям чуть-чуть вот нажимаю, он уже весь сгибается. Выглядит вот так все паршиво. На вкус и цвет, да? Но мне нравится. То есть от груза она сама проваливается. На препятствие наезжает тоже вот. Хоп, колесо сыграло. Причем прицеп я держу по своей траектории, по прямой. Она вот очень хорошо играет. Так что вот вам лайфхак, или лайфхак, как он там называется, до сих пор не привыкнул к вашему сленгу молодому. Ставим пальцы вверх, там где вот. Это нас подвигнет на новые видосы. Подписываемся на группу, на видеообзоры там, или как они называются, на канал. Буду очень рад. Ну а на этом всем пока.